Колян, Паша и драйвер 51 Рус. Дим, ты опять фонишь? Что-то с микрофоном или модемом, походу, ребята. Всем привет. Всем привет. Привет. О, фонишь ты сильно, Димон. Блин, я даже не знаю, что мне сделать-то. Уже микрушник тут крутил туда-сюда. Время прям 5 часов, все, смотри, прилипли. 4 человека сразу. Бабах, всем привет, ребят. Всем привет, привет. Всем привет, кто смотрит. Доброго. Ну. А ты, у тебя точно, это, Дим, наушники? Да, я чисто в ушах. Странно. Где не должно. Да. Так, ладно, бог с ним, давай, начинаем, да? Ну да, поехали. Прокатимся. Так. Супергуд. Ну, я предлагаю следующее. Вот я сейчас поеду, наверное. Я, честно говоря, это, Дим, я что-то пропустил тот момент, когда ты рассказывал, кто чем должен заниматься. Ну, я думаю, что нужно нам за раз как бы полностью прокатить, за раз притащить все на пилораму. Ну, мне должно хватить, мне кажется, полного бака для всего этого. Ну, будем... Нет, сейчас, например, можно... Я, например, могу взять этот самый... А у кого? А автономка есть здесь? У всех есть. А мы вообще в каком режиме-то? Блин, в аркаде, ребят. Что, перезапускаемся? Да. Давай перезапускаемся. Ёшкин кудряшкин. Витя, ты сервер отключил? Да, ну, я вообще, да, я все, короче, в меню. Витя аркаду запустил. Ну, просто. А. Да. Сейчас я всех позову, ребят. Видео симулятор. Вот, кто-то уже присоединился, да? Я уже тут. Супер. Так, кого звать? Давайте я попробую. Даже меня зови. Вот, так, тебя позвал, Дим. Есть. Так. Я здесь. Пашу я пригласил. Вот, Пашу. А, Пашу пригласил, да, ну, отлично. Да, меня Коля позвал. Все, опять? Супер, Бут. Кого-то Павел. Нет. Паша. А. Это. Че? Витя, позови меня ты. Сейчас позову. Так. Где ты есть? А, вот. Я что-то, Колян, на твое приглашение нажал, он у меня в этот... В редактор, короче, отправляет. Иди карты рисуй. У меня редактор включен, как бы, может быть, из-за этого. О, привет, Ханна смотрит. Привет, привет. Надо было тебя отрубить его. Уже, ладно. Все нормально, Паш? Все, да, я готов. Да. Отлично. Ой. Дубль 2. Так, дубль 2. Так. О. Ой, о, нифига себе, вы тут наприземлялись. Так, я перескакиваю. Я на кразике. Так, я поехал первым делом это, заправлять машины. Так, а я, наверное, беру два Урала. 375 и этот Виторган. Я на КамАЗ возьму сейчас цистерну, заправлю. Сразу туда утащу тоже, ребята. Чтоб там соляра была, где-нибудь кину ее поперек дороги. Будем заправляться, если что. Ну, в принципе, да, что. Как бы, чтоб не этот самый сильно там потом подвисает в гараже, вообще жесть. Вообще жесть. А. Ну, это пока не разъехались. Да, сейчас рассосемся, нормально. Колесики надо какие-то красивые. Сейчас я наряжу тут сразу. Поедет на Татре. О, давай, дружок. Так вот. Багажничек берем. Цистерна. Что тебе нужно для цистерны, друг? Пожаробезопасный выхлоп. Выхлоп. Есть. Значок. Где же ты есть, значок? Так, ну я уже у заправки. Сейчас заправляю. Фары банки. Знак бензовоза. Ой, у меня что-то тоже лагает. А пока мы здесь просто. Поэтому... Ну вот это, мне вот Хан пишет, ну это вот Лёха. Вот, то, что трансляция подлагивает. Не знаю. Ну так-то игра вообще у нас не лагает. А почти. Пока в гараже. Частично. Зап...
лопаточку надо еще. Вот так, опаньки. Все, ну ладно, давайте. Так, о, Паша куда-то. Так, заправка-то тут налево, направо. Налево. Налево. Налево, налево, налево. Паша, блин, ты стал шаландой тут вообще не объехать тебя. Все, все, вроде пора. Прошел. О, Димон! Че? Да что я тут роспуск ставлю, ты тут проезжаешь, да, я. Да. Это как злодей. Вчера я Пашу, да, поставил тоже. Ты вообще поймал меня, не говори. Я тоже проезжаю. Я только разогнался, хоп, прям передо мной шаланда. А я шаланду перпендикулярно ему, и он шаланду. На, получи. Опаньки, видите. Нормально, нормально, давай, давай, влево, влево объезжай. Ты меня чуть до Кондратья не довел сейчас. Так, а что, кто грузить будет? Кому манипулятор вешаем? Я вот, беру, точно. Короче, шаланду и беру автономку. Ага. Так что погрузочная лабуда у меня будет. А кто будет грузиться, да, в натуре, ребят? Я погружусь на автономке. Мне потому что я с прицепом пойду. Иди. Так, а парни, на заправку тащи. Я на шаланде и автономке. Парни, вам надо было на заправку съездить. Сначала вы там цепляетесь-то, эй. Вы отцепите, голые съездите туда, да. Я вот голый съездил. Я сейчас просто КамАЗа тут заправлю сразу, потащу с собой его. Так, ну трансляция вроде больше не лагает. Тонну 200 я взял, парни, с собой. Хватит нам? Ну не знаю. Если много не пить, то хватит. А что, Ман, я отъехал, ты меня заправишь потом еще? Нет, ты едь лучше, заправься сразу, Паша. Ну, моё. Так. Ты отцепи шаланду сюда, шаланда приедь без шаланды. Шаланда полная, кефали. Без шаланды сгоняй. Давайте сразу все заправляйтесь тут на этот самый. Так, на Виторгане я не вижу автономку. Должна быть, Витя, должна. А, есть автономка. На всех на них есть автономка. Так. Что-то я не туда поехал, что ли? А, не, я заправка, туда поехал. Заправка с гаража налево была. Сразу. Опа. Димон. Опа. Давай. Как? Ты справа? Давай я справа обойду. Ох. Это я в тебя уже, что ли? Я думал, в ёлку. Да, да, да. Японский дрын. Сейчас. Японский дрын, да. Все. Ой-ой-ой, давай. Вот, и тоже на Татровске. Смотри, да. Смотри, на них по узеньким дорожкам тяжко ехать. Так. Разберемся. Вот и тоже с собой потащил еще какого-то друга. КамАЗ. У меня КамАЗ на длинном распуске. Что лучше сзади. Взять, шаланду или сортиментовоз? Я бы взял сортиментовоз, потому что у него повыше посадка будет, наверное, чем у шаланды. О, блин, там кто-то позади меня катается. А, это злой слон тут приехал. Паша смотрит, что у тебя отпилить можно. Сейчас мне придется немножко бочком встать. Так. Пока там стримом занят, я что-нибудь скощуню. Паша! Где Паша? Влупил себя вся, нет? Нет, не успел. Так, все, КамАЗ у меня заправлен. Я его с собой забираю. Манички. Поеду я на Урале, наверное, парни. Так, КамАЗик у меня я сразу сюда тут воткнул. Так, пересесть. Сейчас Урала еще надо заправить. Ничего, я тут сжег уже солярки-то, прикиньте, парни. От души, да? От души, да. Так, тут нам что? А, бортовуху я ставлю. Бортовой прицеп не буду сейчас. Просто бортовуху. Так, все, я к бою готов. Фары, кабина. Бортовая. А что я КамАЗа-то за собой зацепил? Я не знаю. Ну, заправишь сразу. А, не, Лех, больше никто не стримит, только я стримлю. Потом только что можно запись будет посмотреть. Единственное, вот этот драйвер тоже записывает, но не стримит. Так. Колесулечки надо выбрать какие-нибудь, тоже красивые, чтобы не все так ужасно так увеличенные. Не буду одевать. На этих, поеду на худеньких. Нахуенький. Совсем нахуй. Мигалки поставлю, чтобы вы меня там в ночи могли найти. Не потерять.
Да-да-да, ты давай не теряйся. Драконы. Так, я погнал на заправку, тоже его заправлю сразу. Ох. Так, кто-то там был на заправке. Ой-ой-ой, Колян. Я поднимаюсь, там еще Колян Паша на заправке. Так, все, я встал, походу. А, не-не-не, у меня 375-й подпихивает вообще, молодец такой. Витя уже уехал, что ли? Я уже на гору поднимаюсь. Вот парни, ну что вы тогда, Паша, Колян, подождете, втроем поедем тогда туда. Потому что мне один хит, мне свою надо загрузить, потом вас загружать. Мне хоть ну, надо да. немножко ну, время да, верстать. Ой, ребята, гараж надо было взять-то туда сразу открыть. Да мне кажется, мы без гаража все нормально сделаем. Да? Мне кажется, да. А если мало ли? Ну, если мало ли, то придется кому-то... Возвращаться. Нет, не возвращаться. Кому-то придется сигануть в этот... машинку какую-то заправить и цистерночку подогнать. Вот и дела. Я встал тут, прикиньте, парни. Все равно гараж полный бак не даст. Так а если аддоны перецеплять? А гараж... А аддоны нафига перецеплять? Мы сейчас раз загрузимся, да и в освоясь там отправимся. В освоясе Маясе? Да, в моей мате. Парни, у меня ЧП сейчас, я приду. Буквально минутка. Хорошо. Колян, ты назад куда будешь? Налево-направо. Я уже ушел. Все. Раскакивай. Вижу. Где человек нас смотрит, ребят? Нормуль. Ну, вообще, максимум у меня, по-моему, 12 смотрело. Ну, уже отлично, парни. А это уже с самого начала у нас 9, вообще офигенно. Плюс там, может, кто-нибудь вспомнит еще по дороге. Ну, присоединиться. Может, не все домой еще пришли. Ну, да. Все. Все, Колян, Колян, возвращайся назад, я перевернулся. А я камеру в небо убрал, посмотреть там гараж, да все такое. Тут Колян едет, смотрю. И все, меня положило вообще. Ну ты даешь. Кто тебя там, есть кому? Да, тут Колян не успел. Не успел далеко уехать. А я сверху даже не заметил, что тут овражек такой вообще. Попробуй оттуда прям лебедкой меня взять. У меня, кстати, на телефоне вот стрим наш запущен, да? Угу. У меня нормально тут идет, вообще без лагов, как бы все пучком. Я тут. Молодец, мы тоже. Давай. Оп. Заводится, давай. Опять отстаю, да? Подожди, давай назад. Да нет, там по это. Подожди. Дима перевернулся, так что. Я уже успел. Нормально. О, я сейчас подожди, Колян, я сейчас лебедка-то у меня подключена, я сейчас попробую сам поднять его. О. Она же работает сейчас на незапущенном от электромотора теперь, по-честному. О, все, я поднялся. Зря только тебя, наверное, дергал. Паша, ты не выезжай, сейчас поедем все вместе. Да, я жду его, оставь. Вместе поедем. Давай. Чуть тебе немножко тут я не вставил сбоку. Кстати, тут такой достаточно ограниченный в пространстве лесоповал. Да, там ага, места мало. С шаландами тут будет тесно, конечно. Ну ничего, для этого есть друзья, которые подтянут лебедкой. Ну да, не, можно будет там выпрямиться. В крайнем случае, на самом деле, лебедкой можно будет вывернуть. Мне 375-й помогает, хотя он бедняга с шаланды едет. А я, блин, с автономкой тут на гору залезть не могу. Пипец вообще. О, тут фары ж будут клево светиться. Вчера ж фары подкрутили. Так, все, я отцепляю. Ночью. 375-й устанавливаю. Что, поехали? Подождите меня, парни. Я еще не совсем доехал. Не созрел. Я пойду КамАЗом потащу Урала, наверное, вот так. Сейчас на Урал прицеплю эту шаландочку. Бортовушку.
Порталушку мне надо. Где же порталушка? Ой, пенек уехал. Портовой наш. Опаньте, еще и поставки правильно, вот дела. Все, есть. Что, все, поехали, Нима? Сейчас 50 в КамАЗа, подождите, хлопцы. Опаньки. Да что ты будешь делать-то? Сейчас немножко его оттяну. Чик на хвоста Урала. Ой. Все, давайте, Паша, поехали. Кто там? Паша, ты что стоишь? Едьте рядышком, чтобы вас видно было. В объектив попадали, как говорится. А? Так, я тут сейчас шаланду подтаскиваю. Ну, Паша, Паша сейчас шаланды, это обалдеет, наверное. Почему? Ничего, прорвемся. Их подъемчик, да. Хороший подъемчик. Да, с машинкой-то тут с прицепом тяжковато. Ой, да. Стой, Диман, стой. Ой, это ты стоишь, я тебя на мосту не заметил. А слона-то мы не приметили. Да не говори. А я еще, знаешь, смотрю, у меня сзади Урал еще, зараза, катится. Я остановил. КамАЗ останавливает, вот тоже сделано, да? КамАЗ останавливаешь, а задняя машина прям тебе, прям сзади и прилетает. Ух, Колян, что-то там тяжко в гору идет. Вообще тяжко. На понижайке. Лебедкой, лебедкой подцепляйся. Зачем он и так идет? Пошустрее будет. Так, Паша, я давай знаю. Тогда все равно будешь там копаться за ним. За ним уже едь. Я сейчас с разбегу попробую. Да не получится, она все равно встанет. Я тут попробую уже припарковаться, все никак не припаркуюсь. Колян уже на горке. Я почти. Все, я пошел тогда. По-тихому. Ой, как разбежался там. Ну и что, сейчас встанешь там поперек. Ой-ой-ой. Ну все, поехали, что. Все, Паша, ты встал, шалан. Ну, стоял, говорит, разберёшь. Вот Колян пусть тебя поддергивает тогда вверх. Так, говорит, это ты... что, мне спускаться, что ли? Я уже залез. А не, он идет, Колян, идет. Подымешься? Да. Ну все, я поехал тогда на пилораму. А на лесоповал? Ой, тьфу, на лесоповал. Так, а что, скощунить тут вообще не скощунишь нигде, ё-моё. Что такое? Что случилось? У кого там? Это у меня тут бревна криво кладутся. Блин, всю дорогу на понижайке, имбонский бог. Да, сейчас да, соляру-то я... подспалим тут походу, да? Да, я уже подспалил, кстати, нехило. У меня в моем Урале 200 литров из 380. Не, ну вот камеру, конечно, клево сделали вообще. Тут Паша ползет, я прям с неба, с вертолета снимаю, парни. Спинтарис добавили вертолет. Да-да-да. Кстати, где-то на карте я видел, вертолет в воздухе висит такой, прикольно. А, типа МИ там какой-то? Да-да-да-да, там что-то такое есть. Ну, он везде этот, он и на картах, он да, есть. Да-да, он, по-моему, на штуке где-то даже, помнишь, валялся? А, на, да, который... На четвертой, по-моему, мы ездили, на какой? Да-да-да. Так, парни. Эх, ну грязь хорошая, карта красивая. Ух, гудок-то тут Витин стоит. Витин гудок? Да. Ну я не так. Немножко не так выразился. Ну подведите, мне будет приятно. Кто там уже упал? Я в лес чуть не ушел. Грибок увидел и решил соврать. С окошком. Плохо только, что это мухоморы. Это глюциногены, наверное. Поближе подъехал, уже тогда заметил только. Где там будет? Ну-ка, с вертолета.
Я тоже на вертолете. Летать. А мне летать охота, только я вас не вижу. А, я вижу, кто-то ползет. Вот, это подпал. Я потихонечку. Вижу, вижу. Так, знаете, что я сейчас сделаю все-таки? Так, у меня тут 260-й. Так, мне нужна цистерна, канистра эта цистерна. У меня есть соляру, я везу. Прям с собой везешь? Да. Ага. Я даже не знаю, где ее лучше кинуть, на этом, на, как она, на лесоповале. Я думаю, может, на развилке, вот там будет развилка, дорога пойдет, где на лесоповал, вот там где-нибудь. Давайте, давайте, я его там кину. Ладно, давай, тогда я не буду ничего делать, а то я хотел тоже уже одеть, подтащить туда ее. Ого, и Паша уже не видно, Паша, ты где? Я что, я вперед ушел, что? Надо было меня подождать-то. Кстати, у меня тут и 400, так. 600, может, очков, или 500, по-моему, еще. Даже больше. В районе пятихатки ремонта есть на КамАЗе. Ага. Ух ты. Блядь, кто там рассигналился? Паха, я, что ли? Я Витин Гудок проверяю. Опять Витин Гудок. Такой нормальный, его надо сделать тоже. Ну я не в этом смысле. Ну ладно уже, что сказал, то сказал. Так, ребята, я приехал. Тут куда ехать-то? Налево-направо? Налево. Налево-налево. Вот на этой развилке оставь цистерну. Так, налево в горку, да? Да-да, налево в горку. Пашу торкнул, по-моему. Так, отцепиться. Так, сейчас я ее куда-нибудь... Очень забавно просто. Ну ладно, что, пап. Получилось так получилось. Так. Я вот думаю, что будет Витя делать, если все начнут Витя гудок проверять? Я думаю, мне будет очень приятно. Ну ведь одну прости, уж так попало. Так, я его сейчас тут в деревья загоню. Потихонечку вроде заходит. Чтоб не мешал, тут поставлю. Опа. Все, оставил я его тут. Кто-нибудь приехал на лесоповал? Я тут уже разворачиваюсь. Давай, разворачивайся. Я подъезжаю. Как будешь готов к погрузке, там тень моей машины, видишь? Ага. Вот, вот там швартуйся, как будешь готов, я телепортируюсь. Слушай, что-то он на этих маленьких колесиках вообще не хочет ехать с прицепом. Куда? В горку, в Урал. Надо было тапки, может, поставить большие. А, еще понижает. Я, в принципе, я и на 375, и на 43-20-10 я поставил тапки. А я на хуеньких поехал опять. Ну, блин. Ну, что-то... А я... Этот диф не включал, я ж на автомате. Теперь будешь всю дорогу гудок пробовать. Нет. Вы что-то я солярочки сжег вообще. Ну потом скажите, там на повороте у меня КамАЗ стоит, я заправлю. Да. У меня, кстати, я тоже вот подтягиваю. Ай, блин! Я на лесоповал заехал. Заехал? Да. Колян, как будешь готов, не забудь. А я разложился. Тут еще палки эти раскорячились сюда. Ты чем там разложился? А я же с длинным распуском. А у тебя это, а кран есть? Нет, тебя жду. Платформа лесовоза у него там. Ага, я понял. Ну да, да, точно, платформы же нет крана, что я туплю. А, ну да, как бы. Под длинный распуск кран не ставится. Могли бы, блин, поставить, да, на платформу с краном, чтобы можно было цеплять удлиненный, да? Надо просто собрать мод просто. Есть же отдельные манипуляторы. Надо его собрать и, допустим, вот сюда на краза он уже влезет вместо вот этой ремонтной будки. В принципе, да. Так, вот все, я колеи иду. Колеи такие, да. Вообще глубокие, грязь тут жесть, конечно. Так. Тут завалиться на раз-два просто, если в колею попадешь одним боком. Такая глубина душевная. Так. Стрела.
Еду, еду. В соседнее село? Да. Ну-ка, вид из кабины, что ли, тут? Да, тут надо тоже что-то с салончиками поделать. Покрасивше что-нибудь. Ты уже хочешь забрать? Ну, я так приготовился. Поклалось, что ли? Да, попал? Нормально. Отлично. Блин, тут палчонки везде валяются, тоже елки-палки. Да, палочки там тоже есть. Тут вообще прям поперек оно лежит. Давай, дружок. Ой, чё ты меня выгнул-то, я? Чё ты меня раскорячило, как бог черепаху. Да что ты будешь делать-то? Вот... Я прям тут, парни, без лебёдки, как без рук. Пилю. О, дело к ночи, походу, да, парни? Да, да, сейчас начнется анархия. Сейчас бурдалаки повылазят. Блин, у меня что-то это, я, короче, смеркалось, да? Да, вот. Во-во-во-во-во, нормально. Так, горку я поднялся. Тут лужа какая-то, я смотрю, есть еще, да? Поближе ведь на себя чуть-чуть. Ага. Ух, лужа какая глубокая, да, ай-яй-яй. Нормалек? Ну, чуть-чуть ближе к кузову. Ой, фу, к кабине. И можно кидать. Давай, забирай. О, как он опа, слетело. Слетелось на это, на колесо легло на заднее. Блин, интересно, какой? Сейчас я посмотрю. Вот этот второй, который последний ложил. Ага, вижу, сейчас я заберу тебе. Не тот забрал, Вить. Не тот? Не тот. А грузит только Витя у нас один, да? Да. О, я приехал. Что-то все накидано. Так, какой мне надо? Это что ли? Да-да-да. О, так у вас уже полным ходом идет. Да, пока только, правда, не очень удачно. Так, я с прицепом, у меня тяжко будет, парни. Паша, ты ждешь? Да, я в очереди. Ну все. Парни, сейчас я тут. Бля, ну пипец с этим видом, я не знаю. С камерой, что ли? Ну, вообще с этим. Когда грузишь, неудобно. Я ну, не нет, знаю. Это до камеры было. Я не про это. Вообще изначально. А-а-а. Когда вот, только игра пойду. Забирай. Вот. О, я могу, ребят, загрузиться. Как? Все, я загрузился, эй. А почему? Не знаю. Мы же в симуляторе. Я не знаю, вот я загрузил только что дрова, парни. О. Я уже с дровами, ведь а меня можно не грузить. Я не знаю почему. Нифига себе. А как ты в режиме симулятора? А лесоповал тут есть еще. Может это то, что вот этот фикс у меня стоит, как бы. Да не, вряд ли лесоповал-то у меня тоже вот он на карте. Ну-ка, Паша, заедь на лесоповал, попробуй загрузиться, вот где я. А если я так хочу? А у меня только точка погрузки. Нет. У тебя только точка погрузки? Да, у меня нет этих фиксов, у меня только точки погрузки. У меня присутствует лесоповал здесь. Я заехал, загрузил. Паша, а у тебя есть лесоповал? Да. Ты хочешь грузить? Да, я тогда себя буду грузить. Так, я хочу, чтобы ты меня загрузил. Колян, что, подожди тогда меня. Да сейчас все вчетвером мы поедем, да, так, чтобы Паша подъехал. Ты загрузишь меня? Давай, давай. Правда, темно, как в одном месте. Я постараюсь. Сейчас Колян тут это отъедет. Свет вообще от фар вот этот, который прописал вчера, обалденно, конечно. Желтеньким светит тут от этих противотуманочек, от верхних, от крыши. Даже можно свет, ну-ка, ох ты, ё-моё. Включить свет вам, парни? Так виднее? Да, абсолютно так же. Вы ж не видите свет. Подожди, Витя. Кто-то гудок проверяет, парни. Опять кто-то проверяет гудок. Блин, я вообще твою шаланду не вижу. Просто чернота. Во-во-во, посветлее стало. А ты включи на манипуляторе, там же свет можно включить. Да, он включен. Да от него, и как я не знаю, толку как от чего, блин. Ну да, как бы он светит, непонятно. Ой, что это я там делаю?
Вот так бросаю ее просто. Сейчас вот просто бросаю ее. Да? Нормально? Да, да, да. Я тоже вижу, отличненько так. Давай, о, буду координировать. О, парни, я вам свет включил. Сейчас будем смотреть, как вы тут грузитесь. Парам-пам-пам. Как о, ежик в тумане, блин. Нормально. Давай, чуть левее. Че, мы пока можем... Вот так бросай. Нормально? Да. Ну а че, вчетвером прям... мы поедем, Димыч? Просто да, да, давай. Камеру. Так я говорю, просто пока Витя грузится, можно курнуть. Что-то они не появляются, Паша. О, всё, я загрузился. Появились. Все, отлично починили, да, вообще нормальненько. Да, вообще все классно. Теперь супер-супер гуд. Ладно, парни, я сбегаю, покурну. Сейчас Витя все равно пока себя грузит. Да, я тоже пойду. Успеем. Давайте, давайте. Я на выезде тут. У меня тут ведуха пишется, как Витя спички складывает. Все, я побежал. Блин, я вообще ни болта не вижу. Че меня гружу тут, а? А, не, нормально упало. Так, кто там сухарики раскидывает? Ты куда полетел? О, как все запущено. Так. Ай, блин, бревно уронил. Ёкарный бабай, а. Ой, еще и так, ну, жестко. Вообще непонятно. А, вот, вот так вот. Ну, хоть одно сейчас погружу, надеюсь. Блин, пиздец, короче. Я уже прибежал обратно. Это хорошо. А у меня тут бревна летают. Да я гляжу, ты тут что-то мучишь их, вот вроде положил. Ну вот одно у меня упало. Я его вообще даже не то что, я его даже не вижу, блин. Вот этот свет с крана, я вообще не понимаю, для чего он светит. Так ведь возьми еще два просто там новых, да и все, и закинь их. Нет, а вот освещаю, вижу. Ты хочешь это поднять? А вон оно у тебя как. Да, оно у меня тут бачком, рачком. А ты тот свой загрузил уже, нет? Да, тот у меня загруженный стоит. Так что, поедем писать надо, надо тебе куда-то либо вторым ехать, первым, чтобы парней тоже записать. Мы сейчас четверока так и потащимся. Я буду Витю вторым, а Паху третьим просто. Да, я буду сзади писать, но. Надо Паху переставить просто, чтобы он пропустил Витю. Ну, Паша, вон стоит. Тело к ночи. Угу. О. Все, блин, я еще что-то здесь вижу вообще. Я даже удивляюсь сам себе. Кидай, вроде ровно. Да, 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 все. По-моему, нормально. Еще вот, все нормально, нормально загрузил. Да. Че, Витя, тебе вторым надо вставать? А что-то у меня все задвинуто. Кто это задвинул? Кого задвинул? Опоры всякие там. А когда, по-моему, грузишься, оно все на место складывается с фиксом. А-а. Так. Все, я выказюливаюсь отсюда. Ну что, так конвоем и пойдем, да? Ну да. Четвером. Только я тоже покурить хочу, между прочим. Ну сходи, почему нет, Пахи-то все равно еще нету. А где моя машинка? Возле Пашки стоит. Дальше, наверное, проезжай туда за него. Паша после тебя пойдет. Я что-то ничего не вижу вообще. А, вот теперь вижу более-менее. А кто первый поедет? Коляк поедет. Я поеду, да. Я уже стою на спуске. Ну ладно, давайте, сейчас бегаю по-бырому. Да.
Я пока на паузу поставлю, наверное, пока Витя курит. Обгоняй меня, Витя. Объезжай, да, Пашу. А Коля где? Он впереди тебя ждет. Я уже на спуске. Блин, Дим, я тебя не объеду здесь. Давай, у меня там машина стоит. Давай. Да нет, вроде прошел. Пролез, да. Прошел, все отличненько. А теперь Пашу я не объеду. Сноте да не в обиде, что называется. Все вроде прошел. Все прошел. Теперь главное, чтобы в колеях никто не завалился, парни колеи там, вообще. Там главное не в колеях дело, а это. То, что это, там на спуске там наклон есть нехороший. Че, тебе трос надо, Диман? Нет, нет, сейчас-то пока нет. Я просто говорю, когда потом поедем. Че, все, зацепились, поехали. Так, я готов, да. Паша, подожди, сейчас Витя пусть съедет. Паш. Витя еще тащит с собой этот хвост, на хвост не наезжай ему. Я заскулю. Так, Колян забуксовал. Тяжко, ну, на пониженную перешел. Я уже включился. Да, если что, сейчас там поедете на повороте, я буду заправлять, перескочу. Да, меня надо будет. У меня 194 литра всего. У меня 134. Ого, еще а хуже. У меня 100 литров. А у меня 245. Да. Как-так. Ну, блин, попал. Паша читерит. Ой, то есть Дима что-то там читерит стопудово. Нет, я на Уральчике. На Урале нормальненько, на худеньких колесиках вообще. На 375-м, да? Да, да. Я его заправил сразу, съездил, то есть как бы. Я тоже заправлял. Что-то вы как-то неэкономно едете. Ну, душевно, благородно. Да, вот ребята-то когда под этот подчинят свет-то, так уже не хватает его, чтобы вас видно было. Да? Да. Я ж помнишь теперь это, я Паше вчера писал. Да, кстати, надо штуку одну проверить. После стрима можно проверить. Паша, я уже, ты куда? А, чё ты уже? Уже. Че, все, перевернулся что ли? Нет, я в лужу тут встал с прицеп, а все, я на лебедку зацепился, вроде выползаю. Че, Колян, тяжко, да? Тяжко, ну грязно. Даже смотри, не опрокинься только здесь. Не, вроде. Смотри, тут это вон, это Димона стоит, заправщик далеко не вижу. А что-то я его не вижу даже. Он сразу на повороте, я его в деревья вогнал. Да? Да. Меня заправить надо будет по-любому. Всех заправлю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Колян, блин. Всех заправлю. Ух ты, что-то там где-то зацепился чем-то сзади. Что там, до заправщика-то доехали до поворота? Да, давай. Можешь уже, в принципе, перепрыгивать, он и Коляна заправлять. А потом меня. Сейчас, парни, там еду. Паша, далеко от меня не уходи. Да все, я вообще тут уперся. Так, ладно, перепрыгиваю. На что надо нажимать-то? F1. На Камазулю. Так. Функции заправить. Кто тут? Раз, есть. Так, кто там следующий? Витя. Следующий, есть, кричит есть. Заведующий. Все, я перепрыгиваю назад. На Урала. Подождите, я сейчас впишусь в поворот. Давай. А нам налево разве? Да. Да я уперся тут, да что да. Ты будешь делать-то, елки-палки. Да, налево, и там будет еще одна развилка, и на развилке направо. Что ж ты, думаю, не едет, а он на ручнике не хочет. Странно, да? Вообще прям. Паша, ты далеко ушел-то, нет? Ну, нормально. Ну что, меня, запитаешь? Кого, я тебя заправить? А, нет, меня заправил. А второй тебе заправить? Второй не надо, наверное. Ты пересядь на него, посмотри, есть у тебя там у меня что, нет? Сейчас. По-моему, было. Так, ну вот 239. Хочешь заправить? Ну, давай перескочу сейчас. Давай. Так, функция заправить. Пум-пум-пум. 650 еще, Паш, тебе осталось там.
Ура. Мне 300 надо там, меньше даже. Ну и как раз нормально. Вообще не вижу, куда еду. Да вообще жесть. Темнота, когда уже день-то придет? 4, уже скоро утро, парни. Я на пониженной встал, короче. Ни вперед, ни назад. А не вперед, не вперед тоже не идет. Ох. Сейчас за что-нибудь под. Не, кадет молодец, вообще карта такая достойная. Да. Не, карта вот эти штуки он клепает вообще. Достойная. Классные штуки. Штуки вообще в радость идут, как бы. Так, Паша, что тебя? Заправь меня. Сейчас, подожди, прыгаю. ТПС у меня упал. Ой. Алло. Заправить Пашку. Пашку. Это Пашка, ты? Ты. Все. Да, поскорее бы день уже, на самом деле. Вообще, как в одном месте. Да уже сейчас должно там 5-6. Ну да, в 6, наверное, светать начнет, да? Да, наверное, в 5, наверное, начнет. Так, мне себя еще надо, что же не забыть-то заправить. Себя любимого. Да. Не без этого. Блин, как все опасненько так слеганца-то, да? Я, кстати, вообще вот паровозиком проехал без проблем. Да? Угу. Я даже на 375 не смотрел. Не знаю, кто там ехал, но вдалеке, а вон кого-то это еще. Это ты меня заправил. Нифига себе, ты меня заправил. Кому-то тут вдогонку парни допихиваю. Это все вот это фиксы, что ли, блин, да? Ну, возможно. Потому что так далеко нереально было заправлять. Ну, видишь, реально оказалось. Ну, с фиксами реально. Можно вообще стоять, можно на заправке на одной машине и все машины на карте заправлять. Да нет, мы просто, может, недалеко там. Тяжко, ёп. Да, ты что-то прям вообще еле-еле. Я тебе в брёвна дышу. Так. Вот дело к утру, парни. Паша, поехали. Паша. Едем. Ой, я тебя догоняю. Не, у меня вообще без вопросов. Ой, Паша! Цепляйся там? лебедкой цепляйся. Ой, посмотреть бы на вас. Жалко темно. Что у вас там происходит? Или о, тебя, я вижу вас или почти. тебя взять? Боюсь. Давай я тебя сзади подопущу. Не надо, Диман, я вот все схватил что. Ой, вообще так прикольно с этой камерой. Такой паровоз вообще просто. А ты не завалишься там, нет? Да не должен. Сейчас выгребу. Ветку какую-то зацепил, что ли? Да тут еще колея, ты, наверное, в колею завалился. Ты с колеи вот, да, вылезай с колеи. Вот левое колесо в колею кидай. И он тогда у тебя наклонится в эту сторону, как бы больше. Во-во-во-во-во-во. Все тогда. Слава богу, светает. Да наконец-то вообще просто. Уже и фарта особо не нужны. Все, они нужны уже. А я и не включал. Да? Без них, по-моему, светлее. Не знаю, мне что-то темно как-то было. Может, это опять фиксы какие-нибудь работают, блин. Ночь более светлая. Когда FPS проседает, Лёх, блин, даже не знаю, от чего зависит. Чаще всего вообще в воде проседает FPS. Вот сейчас FPS у меня вообще он 45 показывал. От чего, я говорю, зависит, вообще не понимаю. Мне кажется, когда нас было много вместе. Когда в кучке? Да. Кучки 4 штучки. А, кто-то в трансляции в Стиме. А, ну если в трансляции в Стиме подключался, туда, наверное. Да, от Стима может вообще. Да, надо вообще трансляцию в Стиме вырубать, короче. Но у нас вот сейчас никто не смотрит. У меня просто в этом месте чат, я даже не увидел, когда Леха там это подключался, смотрел нас. Где Пашка тут. Да, вот сейчас отключен, да. Пишет, но лезет. Да что-то еле-еле вообще. Ну так, а что ты зато хотел? Я лечу здесь везде, как я не знаю, одно место ужаленный. Я опять он Колю догнал, блин. Колян, ты что, опять тут? Да что-то в бугорок, что-то как-то сложновато ему с распуском с длинным.
Вот у меня на телефоне вообще трансляция так идеально идет, просто офигенно. Я вот Дим думал, что-то с пропиской. Что-то с пропиской колес самих. Я все тут. Нет, с прицепом вообще, парни, тяжело тут. Не знаю, я вон говорю, я паровозом еду. На лебедочку. Здесь все идеально прошел. Я тут лебедюсь, просто лебедюсь. Ух, сосна как болтается. Ах. Ох, как я ее подтягиваю. Загляньте, парни. Ох. Все, ладно. Блин, жалко, на телефоне спинтайреса нет. Тут такая графика хорошая. Опять, короче, на лебедку, парни, сажусь. Что-то вообще он на этих худеньких не хочет. То ли прицеп такой тяжелый. До развилки, когда доедешь, Коль, там направо надо будет. Ага, у меня тут камушек. Я думаю, что он не едет. У меня тут камушек. Попал меж колес. Ой. Эх. Там Паша мне уже в бревна уперся носом. Где вы там все едете, я не пойму. Да это ты где ездишь? Да я вот тут на лебедке все поднимаюсь. Я вон тоже в морочку спустились. Всех тяну. Сейчас я погляжу на вас сверху. А я тебя даже сверху не вижу. Вы что так далеко? Я вообще никого не вижу. Ого-го, парни, нифига вы тут дунули-то. Вы с горы тут уже соскочили, я смотрю, да? Да, мы с горы съехали уже. Мы уже поднимаемся в нее даже. Так, что, направо на развилке, да? Да, направо. Тут горка-то нормально спускаться, без проблем? Ну, я нормально, спускаться, да. Нормально, поднимался я на лебедке. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я на лыжах тут просто лечу. Кручу-верчу, запутать хочу. О, опять, короче, все, встали. О, Дима приехал, вижу. Оп-оп-оп-оп-оп-оп! Вот здесь вот сложно стопэ. Будет. Да чуть Пашу не догнал, его несет, заразу, с горы тут, прям в этот поворот. Ну, че, не запихиваешься, Коль? Не влазили чуть-чуть. Ну-ка, попом, сдавай. Где вы там все? О, так вон вы где все, парни. Вы все тут! Да, мы тут все. Так, понижайку надо опять. О, поковыряли. Стоп, сейчас привет, Никит. Сейчас я с вертолета на вас на всех. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Опаньки! Вообще, короче, просто геройский. Да ёкарный бабай. Видите, все упал, да? Да, да, положил. Я даже успел это с вертолета снять. Как горячий. Так, ну. Слушай, лебедка у тебя рабочая? Сейчас попробую. А, да, должна работать. Если фикс стоял, должна работать. Не работа. Лебедка не работает. Сейчас жди меня, я вернусь. А ты фикс какой пихал? Мой. А, ой, ну вот у Паши отключен. Паша, поднимайся. Поднимайся. Тут Витя стоит. Где стоит? Он там уже уехал, там где-то. А, ты с автономкой, да, Витя? Да, да, у меня же одна машина с автономкой, а вторая с шаландой. Ты вообще, я тут не вошел. Паша, поднимайся там, или тебе вообще не пройти? Ну, я сейчас в Витину во вторую машину заеду. А, тогда не заезжай тогда. Ну. Ух, вот это вообще прям казус. Да уж. Да, практически мы считай, за раз практически уже дотащили все. Вообще так все чудесно шло. Оп. Осталось мало-мало. О, Коляна там. Ковыряю, давай, поднимайся. Эх. Эх, где он боком тащит его, короче, вперед. Да. А ты попробуй, Витя, ему в кабину задом подъедь, пихни. Может, он поднимет. А Витя-то не подъедет, если. А. Витя меня сейчас туда кувыркнет, там вообще прям пу. Роспуск там бедный. А, так Витю можно загрузить, дрова-то останутся. Да я. Коляна мы можем тут загрузить, как бы. Ну да, можем. Только надо его еще на колеса поставить. Надо поднять сначала, но.
Не, надо за распуск, я так думаю, пробовать. Думаешь, сейчас его загоните, его в деревья. Ну он, блин, он складываться сейчас будет, заразу. Да, он же будет складываться, но... Блин, я не знаю даже, как... Блин, место такое некомфортное. Я вообще вот сейчас тебя тяну, ты даже не тянешься. Попробуй его, пихай просто вот назад, назад заднюю включи, пихай его, складывай туда его, валяй. Может а он... Там... А там-то вообще есть где валять-то? Да есть, перекресток же, считай. Во-во, куда-то ты его там на кабину ставишь, что ли? Я чуть на него не заехал уже. Попробуй, может, действительно за распуск его потянуть. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Ну попробую, не знаю, выйдет че нет. Ты попробуй его назад оттащи за этот за распуск. Подтащится он. Или пни его в пузо, например, мордой. Нет, пузо не вариант, там это, там сосна следующая, я на крышу, если встану, то и все. Сейчас вот еще, походу, один тут. Витя что-то тут тоже его поднимает. Да, у меня тут колеса отрываются уже. Не, камеру вообще нормально сделали. Можно теперь хоть завалить, парни, посмотреть. Чем вы тут занимаетесь? Во-во-во, потащил его нормально. Дергай его еще разик. Сейчас. О, знаешь что, Витя, стой, отсюда попробуй. Вот как ты стоишь, за морду его взять. А ты колеса вправо поверни, если он тебя начнет поднимать. Да. Кстати, вариант. За морду его бери прямо. Вот с этого места. И. А ты колеса вправо крути. Это твоя метка-то? Да. Нет. А, это я березку схватил. Ой, то есть елку. А где ты-то? Где-то еще, наверное, вперед надо тебе. Чуть поближе, да, но попробуй. Оп, пойдет, наверное. Ой, я в это залез в кабину нечаянно. Колян, колеса вправо выворачивай. Блин, я вообще вправо, вправо, у тебя влево, вправо, да, вот так вот. А ты, Витя, его назад тогда поднимай и колесами можно. Вот это ты? Нет. Что такое-то? Там, наверное, за дерево, да, цепляешься. Да? А что за дела? Вот сейчас ты. Вот. Все, и рывком, с рывком назад просто, лебедочка еще. Вот, 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 давай, 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 давай. Еще вперед можешь попробовать и назад его. О-о-о-о. Вот, вот, как-то так. Не поднимайся, смотри, вообще не опа, хочет. Опа, 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 есть. Давай, Колян, заводись, заводись. Завожусь. Заводись и колеса вправо, и на меня вправо, да, и газуй. Вот, все отличненько вообще. Сейчас я эту богадельню сложу. Не-не, ты ровно встань сначала, а то сейчас ты ее сложишь так, что она у тебя может закинуть тебя опять. И Витя тебя как раз загрузит. Ты даже надо знаешь... проехать ты... туда, к бревнам надо. Да, будет. Колян, тебе... А мы ж едем куда? Вот направо, получается, сюда? Да-да-да, направо сейчас поедем. Тогда, Колян, надо... Тебе надо вот, вот где ты сейчас стоишь, только встать мордой сразу уже туда, куда ехать. А Витя встанет как раз вот где у тебя сейчас распуск и загрузит тебе дрова. Легко сказать. Да, легко сказать, они вон, не вываливаются из распуска. Но Витя дрова сейчас поможет. Витя сейчас вот поможет. Выпало вроде все там. Все, Колян, направо туда давай выезжай и раскладывайся. А Витя как раз вот где ты стоишь сейчас встанет и этот самый закидает. О, Паша куда-то пополз. Ой-ой-ой-ой. Тихо, не кувыркайся больше. Что-то опять ты там, Колян, на бок. А ты его подопри этим машиной. А тут бугор, что ли, да, получается? Да, тут бугор достаточно такой нехилый. Вот он. Я вот по нему и хотел скощунить. Вот и скощунил, короче, да. Ну, порожничком-то нормально, а вот, блин, конечно, с бревнами. Ты мне бревна-то отдашь? Да. А как мне их забрать-то? Ну, сейчас должен Колян тебе их отдать сначала. А, сейчас я выставлюсь. Да, пусть он сначала разложится, как бы. Так, подожди, мне дай-ка я проеду туда сначала. А ты куда хочешь? Вперед, по дровам. Ну да. По дровам. Видя... Ох ты, куда вообще дрова загнал-то, ёлы-палы. Еще дальше куда-то они ушли. Да нормально, сейчас сделаю. А как ты его грузить-то будешь?
Не знаю. С дровами к нему подъезжать? Ну, а иначе не... А как иначе? Ну да, дрова как... поднимать, как бы, я так понимаю. Ну, да. А как мне дрова твои забрать? У нас уже, забрать? Кстати, было, Диман, такое в практике, да, помнишь? Чего? Ну, дрова-то, помнишь, я возил на этом? Подвозил. На автономке. Подтаскивал. Что-то Колян там распуск раскорять. А у меня что-то он вообще, короче, это... Ничего себе, ты его положил боком как-то. Вперед проедь, едь вперед. Раскладывай и едь вперед. О, человечки. О. Раскладывай давай. Как раз с горушки он туда, может, упадет. Так, ну-ка я сейчас... А, вот. Там бревна лежат. Не все так оказалось, парни, просто. Да, у нас как всегда. Как планировалось. Я как всегда хуй. Где-нибудь да раскорячусь. Так, Колян, опять. Ага, осторожнее все. Понял, исправился. Что-то, да, там бугор этот вообще не в радость как-то. Я не знаю, как тут... Паша, как ты тут поедешь? Это надо дальше сюда, наверное, брать. Прям на сам перекресток как-то там крутиться. Ну, если что, я тебе зад подправлю. Да я проеду, Диман. Ты не переживай. Все, я разложился. Так, Витя. Так, а как бы мне сейчас бы к Вите бы под... Да не надо, подожди. Так, а тебе не надо, ты дрова-то ему отдал? Да, я... Ну вот Вите надо сейчас брать полено, короче, и ехать к тебе с этим, с поднятым поленом и туда укладывать. Витя там копашит что-то там по-тихому. Да вообще геморщик получился, блин. Я ее не заметил, эту почку сразу, что бугорочек. Надо было выйти немножко вперед и поворачиваться. Витя что-то там играет этими бревнышками. Вот, что-то двигает их. Паша в гудок проверил. Да ёкарный. Пока Витя бревнышками играет, Паша гудок проверил. Ну так, чё сидеть-то? Скучно же. А, и все гудки сразу проверили. Вот даже вороны полетели. Сейчас, подожди, я еще не наигрался. Да я и гляжу, ты там все. Я думал, вдруг у меня тоже Витин гудок стоит. А че, ну может быть. А у тебя Витин стоит? Все-таки встать там, а? Нет. Не Витин? А у меня... Нет, не Витин. А у меня Витин, пол... я видно, вчера его проверял там. Слушай, все это понеслась, короче, Витин гудок, это, блин, это просто. Это теперь надолго. А, Витя сразу два бревна хочет взять. Я думаю, что он там мучится. Он два бревна в кучку собирает, короче. А ну у него одно под колесом, удобно второе брать бы. Я думаю, что он там делает? А он их в кучку собирает и хотел два сразу взять. Не получилось. Ну да, я смотрю, что... Я уже понял сейчас. Что, может, я спущусь все-таки, попробую здесь распуск возле тебя разложить? Да я не знаю, получится ли. А вот нельзя прям вот тут к этой старой сосне-то вот сюда? Сосне-то? Да, к сосне. К сосне, не как там? Я и не знаю, надо вот это попробовать. Да. Попробуй, Колян, вот сейчас поближе к деревьям заехать. Не оттуда, а отсюда. Или ты хочешь... А, ты хочешь спуститься. Полностью к нему туда подогнаться. Не берет он. Не берет он два, да, по одному надо. А тут тоже, смотри сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, секундочку, 5 сек. О, вроде Витя взял два бревна, нет? Алло. Ага, давайте. Я потом позвоню. Да. Да. А может получится, Витя их просто поднимет, а ты туда этот загонишь. Так, что, подожди. Стой, Колян, он взял два бревна. Вперед едь. У меня два бревна бесит. Он их поднимет сейчас вверх. Все, уже не висит. Поднять. Уже не висит. Выскакивает, короче, одно. Как ни крути, блин. Ну, Колян, раскладывайся. Витя назад тебе сдашь, поднимет бревно и сдаст назад, как бы. Во-во-во-во-во, нормально. Вообще, вот так вот. Вот, отличненько. Прям... дырочку, как говорится. Да.
Дырочка, это вообще хорошо. Хоть исправили, бревна перестали пропадать. Но... Ну, тоже. Как бы, да. Где-то что-то как-то. По-моему, мне еще назад надо, да? Не-не-не, я сейчас бревно перехвачу, наверное. А-а-а. Надо протяни тогда его вперед чуть-чуть. А, ну, не, да, нормально. Да, да. Он сейчас перецепит его, ну. Вот это операция. Ух, а он сейчас... Ой, сейчас вывалится с перекай. Да. Но оно, видишь, еще и не поднять его, походу, так. Ох, Витя там бревном по всему лесу разбегать кто куда. Так взял дубину такую. Давайте. Во-во-во, все, харе-харе. Во-во, да, нормально. Даже вот сейчас можно за середину. А, вон нормально по лору сейчас. Ёкарный бабай, во, его выкрутил, а. Ну да. Эть, зараза, промазал. Надо. Да. О! О! Во, отлично. Так, теперь да, нежно опускаю. Да, плавненько его. Вроде нормально, да? Принимай. Вот, так, есть. Подожди, да, я попробую вот это бревно сейчас выцепить. А как его? А оно насквозь должно пройти, по идее, нет? По идее, да. Потому что это твой же груз. Через меня он сквозняком пройдет. Давай попробуем. Давайте, парни, давайте пробуйте. Ага, по-моему, упирается, да? Нет, пока еще. У меня так вот по картинке так упирается. Вообще упирается. В землю вошло. В землю вошло, но не в это. А блин, я же вообще в другую сторону. Кручу его, а какого фига оно у меня туда... А он в ветках запутывается. Вау, ого! Разбегаясь кто куда. Сейчас смотри, ты тут... Витя тут наведёшь шороху. Ой, вообще, а что творится-то? Вот это ты дал. Да, оно сейчас выскочит, оно у меня прям на соплях, зараза, держится. Витя дубинатором тут по всей поляне разумахивает. Во-во-во, попал вроде, да? Да вроде. Чуть-чуть крутани, Вить. Ща-ща-ща, во. Да мне кажется, просто кинь его, может он нормально упадет. Во, вот так вот нормально будет. Кидай прям сверху его. Эй, по-моему, нет, зад. Сейчас посмотрим. Не, ровно все. Сейчас мне только надо теперь ровно встать. Да, даже вот это, если... теперь ты до пилорамы будешь место искать. Все, ты принял тоже бревнышки, да? Да. А у колен у тебя же фикс вроде стоит, тебе можно и здесь загрузиться. Да, не ты... грузится, Паш. Оба-на! Вот это что это было? Себе. Это я Пашу послушал, фикс стоит. А потому что надо было поровней поставить. Да вы чё? Да. Короче, веселуха... Веселуха... Витя, продолжай. Давай чё. Даже можешь поближе к нему можешь подъехать, не? Вот сейчас, вы... парни, через минутку вернусь. Да, мы, короче, пошли курить, пока снимаете это дело. Ваше шоу продолжается. Блин. Чтоб я когда-нибудь еще кран взял. Я обычно сам с установкой езжу, а тут что-то это. Все курить ходят. А я тут как один. То есть мы с тобой вдвоем. Ну я, видишь, мне проще, у меня любимая уехала, я за компьютером курю. А, ну тебе повезло. Чтоб никуда не бегать. Во, опускай. Думаешь? Да, хорошо должно быть. Так, жопу надо подровнять. Так, положил. Угу, так, забираю. Так, и это мне отдай тогда. Забирай. Угу. А далеко, да? Ну я мне его попробую сейчас подтянуть к себе просто-напросто. И перехвачу.
Так, близко, да, наверное? Ну, как парни, и... у вас уже, я смотрю... На себя ведь. На себя чуть-чуть. У нас уже процент налажен. Во, пойдет. Да, я вижу, у вас уже тут почти все опять. Опять, да. Опять снова. Опа, сейчас вперед, ведь. Тебе надо, Колян, во, прямо пойдет, пройти. Пойдет. Нормально? Да. Прямо проедь туда, наверное. Есть же тут у тебя попрямее. Да, прям, сейчас, прям. Сейчас я попробую выровняться. Ну, попрямее туда встань. Потому что мне кажется, бесполезно тут. Попрямее прям едь, едь. Еще, наверное, едь. А то сейчас опять они куда-нибудь. Это хорошо, что они тут упали, они куда-то в лес улетели. А где Паша? Паша побежал куда-то, может тоже курнуть. А машина-то его где? Вон за тобой стоит. Я вот его... А, он во мне стоит. Да, да, да. Во мне. Тоже. Колян, ты что хочешь? Ты не складывай. Мне сейчас бревно слетит второе. А, сейчас, подожди, я подровняю. Витя, подровняй ему, ну. То, которое Витя попал. Я вижу его. А видишь? Блин, только я не могу зацепить его. Я не вижу человечка на нем. А передать, может, надо? А я не могу передать. Где передать? Мне не передается. На бревне-то никак там. О! Что-то было, по-моему, нет? Да, тут с длинными-то тяжко вообще ехать, да? Ну. Ух, ух, а? Витя там, ох, играет. О. Ой, Вить, попробуй еще раз. Нажми еще раз. Ой, опа, ой, упала. Вылезли, оба вылезли теперь с этого. Сейчас. С кабины. Сейчас погоди. Я тебе, может, поровнее надо. Надо их ближе, да, пропихнуть туда. Опа, вообще. Ух. Угу. Сейчас попробую. Так, блин. Вот это мы попали, парни. На час. Час, да, я час с лишним всегда, уже. Но... Да ну чё, бывает. Я тоже, вон, видишь, на заправке успел на ровном месте кувыркнуться. Да не, фикс, я считаю, с фиксом можно играть, как бы он облегчает немножко игру, особенно вот прохождение стримов вот этих, например. Думаю, ладно, пусть будет, как бы. Зараза. Ты опять два хочешь? Ну, блин, наверное, без вариантов, конечно. Да дергай по одному, быстрее будет, наверное. Да, предположительно. О, взял два, смотри. И сейчас выскочит. А ну, такая они по одному, наверное, не будут бросать. Бери по одному, ведь бросай туда. Ух ты, это что это было? Это что это было? Ничего себе вы там даете. Да, у нас здесь все схвачено. Блин, а можешь сейчас сам проехать? О. Вперед или назад? Сейчас, подожди. Тебе, ты криво стоишь, тебе, может, поровнее надо встать. Я вернулся, ребят. Отлично. Вот, тут все продолжается. Да, у нас. А здесь... я смотрю, тут что-то... Бревна ворочаете. Ну. Ой, а зачем ты складываешь? А он его выровнять хочет. Ёшкин корень этот, я не знаю. Да. Эх! Ёлы, а сбоку палы. Вот тут не подъедешь, ведь, чтобы положить их ровнее. А там бугор, по-моему. Слева от меня. Слева от там тебя. Там бугор? Бугор. Бугорочек, ага, бугорочек, есть. Бугорочек, ну. Я сам с бревнами, блин, я боюсь перекувернусь нафиг. Ой, в принципе, позиция это нормальная, но, блин, зараза. Витя, все, опыт потерял свой. О, Паша куда-то пересел. Сейчас я на Урале на Витина прилечу. Буду помогать ему. С установкой. Так. Да ёшкин кудряшкин. Дело-то, парни, к ночи опять. Ну, блин, я сейчас ничего не увижу здесь просто-напросто, и все. Ну да, как-то, блин, тут неудобно вообще. Колян, может быть, тебе прям к Вите подъехать туда? Я вот хочу сейчас тоже попробовать что-нибудь. Пока Витя там палки... Подожди, и... Вить. Я сейчас это, попробую рядышком с тобой встать. Рядышком. Оба-на.
полено второй год там загоняете. Ой-ой-ой, вы там вообще жесть там у вас. Анархия. Даю. Все стемнело. Смеркалось. А вы сыны не там. Да, 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 да. Ох. Дела. Да не, это не. Слушай, ребят, по-моему, за второй ходкой проще съездить, нежели вот так. Да ладно. Да, я вот тоже так уже думаю. Уже давайте грузите по-честному. Начали так начали. Че уже кидать на половине? Так. Что-то распуск у тебя, Колян, там вообще буква ЕГЭ стоит там. Ну, потому что как бы я по-другому не это. Так вам только полезного стрима желаю, только, блин, удачи, я здесь ни грамма не вижу. Оп, вертанул, да. Да здесь непонятно-то, блин, бревно-то зацепится, обкрутишь его, а потом оно вроде как отцепилось от чего-то и полетело по всей карте летать. Да вообще, ну просто нереально. Эта сигара, блин, она вообще просто, где у нее середина, я хрен узнает. Да ну нафиг эту сигару, я не могу, у меня сейчас этот уже манипулятор отвалится к чертовой бабушке. Махат, ты что, далеко? Вообще звездец, смотри, что творится. Смотри, куда... Коля, ты мне что-то говорил, да? Ну, ко мне положилось вообще. Далеко? Да, я далеко, но я возле гаража еще. Ну что, ну поехал я тогда просто второй раз, загружусь уже, чёрт. Делать. Да давай загрузим, я сейчас приеду. Мы сейчас вдвоем с Витей возьмем ее. Загрузим. За середину взял, наконец-то. Так, сейчас раскладываюсь. А, мне не хватит места разложиться. Ну, так же получается, по большему счету. Ну, ладно, давай вперед, выезжай, у тебя он, по идее, сейчас должен вот здесь остаться. Сейчас. Все, блин. Я попал. Пальцем в небо. И типа того. Тема стемнело, все, блин. Я сейчас опять не болта видеть не буду. Да вроде ты ложишь нормально. Да какой там? На ощупь. Крутануть. Да я видеть какую-то машину твою нашел тут на дороге. Да, там у меня как раз стоит цистерна. О! Все, ложи вниз. Опускай, опускай, опускай. Круто ничего. О, или вот так опускай. Как-то на себя там много. Вот так вот опускай. Не-не-не-не-не, от себя. Оп. Пододвинуть к тебе? Да, что ко мне, на меня подвинь. На машину. Блин, все, я бревну ни хрена не вижу. Ну да, могли бы фару сделать не на этом рычаге, а рычаг, который... На следующем, который... Да-да-да, который... На этот светил. Который с захватом, но... Но... О, пойдет, наверное. Так, мне теперь второе бревно надо найти еще. А второе, вот оно лежит. Ну, сейчас я его, да. Где-то здесь он, вот оно. Приблизительно. О, да будет свет, сказал монтёр. Так. Блин, не могу. Не могу дотянуться.
Так, а если я сейчас сдам, пойду вперед, они у меня не это, не слезут? Ну, мне кажется, они опять слезут. Тогда придется назад спускаться. Просто кто-нибудь меня за распуск и назад поддернет. Да Витя тебя дернет просто назад, да и все. Эх, третьи сутки в пути. Ветер, камни, дожди. Вообще кошмар, конечно. Попадос такой вообще просто хардкорный. Вообще конкретный, но... Да че, ухватил-то вообще за край. А положу его и возьми где-нибудь вон в районе этого распуска. Ну, уже Пашка приехал. Паша приехал уже, вот прилетел по-тихому. Молодец. Где-то там промеж деревьев. Ну, блин, я опять его взял не так. Тебя Паша подможет, если что. Вау! Сейчас, если я только тут пролезу. А ты лебедкой морду зацепи через дорогу. И пододвинь. Во! Да? Поворотец тут, конечно. Поворотец. Блин, да где эта хреновая середина? Как не зацепишь это бревно, так оно вечно перевешивает куда-то, я не знаю. О, Паха прорывается там. А все, Вить, он сейчас Паша сбоку встанет и нормально он его положит. Наверное. Давай, ладно, последняя попытка. О, где-то более-менее. Ну да, вроде как ровно висит. Только оно зацепилось там за что-то. Попадаю, не? Перед, да, нормально, а зад приподнять надо. Зад не лежит на месте. Не лежит, да? На спуске. Сейчас. Оп, перед вылез. Блин. Ты что ж ты такая зараза-то, а? Паша, ты чё? Дайте мне. Попал я в распуск? Пока... Да, вот опускай вот так. Или насквозь прошел? Да, вроде этот ложится. Мне вперед надо подать. А, не, на. Вперед надо подать. Вперед я подам. Вот. Вот. Вот так вот ложи. Так, где забрать? Сейчас смотрите, не шандарахнет его опять. Не, сейчас мне надо назад продернуться, а лебедочкой протяни, может, сейчас вперед там чуть-чуть. Сейчас. У меня тут 375 еще стоит. Я проехать-то далеко не могу. Ну я попробую чуть-чуть здесь только. О. Прям лебедкой его подтяни туда. Во-во-во, равняй его. Ну как? Если середина сейчас разлетется, наверное, опять. Эх, опять распуск получается ниже, надо еще где-то спускаться. Проедь вперед, вперед можешь проедь там прямо. Да, я пересяду сейчас в этот. А я там тебя уже подпер сзади. Ёшкин. А, да, вот. Сейчас Витю ты залезай туда. Ой-ой-ой, Витя, куда стой? Эх, Паха. А? Поправь бревнышко, ты как раз стоишь хорошенько. Витя, пересядь туда, на этого, на 375-й. Знаешь, какое? Вот это верхнее, которое ближе к тебе. Сейчас. Так, давайте, теперь вы мучитесь, я курить пошел. А мне его передавать не надо, чтобы я его поднял? Почему? Надо забрать у меня его.
Вот это, да? Да. Протяни его вперед, Паша. Просто если ты сейчас будешь в Витиной машине, они могут опять тоже слететь, наверное, да? Сейчас, подожди. Вот свинец подзатянул я, ё-моё. Да вообще загубил. Да нормально, че. Всякое бывает. Могло быть и хуже. По сути. Да я не разглядел, что тут этот бугорочек поворот вкладываться. А куда его тянуть? Все, оно у тебя. Все, ложи. Оно у тебя уже уперлось аж. О. Давай так. Второе тоже подправлю. Подожди. Это же бревно съехало. Я пытаюсь это, я хочу ровно попробовать встать. Я бы тебе, знаешь, что Колян вообще предложил бы вот так по-хорошему? Что? Вперед вообще выехать вот сюда вот. Куда? Сейчас скинуть бревна нафиг. Да я не знаю, сейчас попробуй загрузиться, может загрузиться. А если не загрузится, вперед вот сюда выехать, вот здесь ровное место, я тебе прям вывезу эти бревна. Ну чё? Все в процессе, Витя. Как всегда, пока что. Ждем утра. Да. Утра это хорошо. Ночуем здесь. Вот так попробую, сейчас, мне кажется, загрузится. О! Ура! Получилось! Загрузился? Да. Витя, пока не появляйся там в машине, он в твоих стоит. Я не появляюсь. Давай, я тут на кразе пока подкачусь поближе к цистерне. Так, вот теперь главное сейчас завернуть туда. Время-то есть у кого-нибудь показывает? А то я тут оттяну камеру. Паш, сколько время там сейчас? 2:33. О, блин, еще часа 3, считай, до утра. Минут, наверное. Сейчас, Колян, пропусти меня, я морду эту подтяну тебе, если что. Да, ну и потемки какие-то потемные вообще. Ночь. Как положено. Наложено, да. Да, Паша, возьми его на лебедку за морду. Я даже цистерну не вижу на своей машине. Пипец, вообще темно. Я не знаю, что здесь с игрой сделали. Подтягивай сам, Колян, там смотри. Колян, осторожненько. Что-то ты там опять как-то... Не видно. Неудобно там у тебя немножко. Ой-ой-ой, он опять его поднимает, по-моему. Паха, сильно не дергай меня, задирает. Я вообще не... Да, не положи его там. Сейчас, Колян, попробуй назад сейчас сдать. Ой-ой-ой, нет, там вообще, ну, поворот такой ужасный, конечно. Поворот вообще тут... Не шаландовский. Давай. Все, Паша, тащи его потихоньку. Подожди, еще на разик, да, пусть он попробует сложиться. Ой-ой-ой, подожди, Паша. Я лебедку перецеплю сейчас, этот подтяну повыше, распуск. Давай. Смотри только, что сейчас его подтянешь, чтобы он не ушел у тебя там. Во-во-во, а сам вперед газуй. Во-во-во-во-во-во. Газуй. Оп, осторожненько, там что-то. Стой, сейчас опять положишь. Сейчас перецеплюсь. Ты распуск, наверное, цепляй дальше слева. Так вот, если бы он еще и цеплялся дальше слева, один. Я вот ищу, где его тут. Давай я тебя дерну за морду, да и вытяну по-любому. А если как-то. Его положит сейчас опять? Не положит. Во-во-во, вот нормально. Сейчас точно нормально. Не положит. Я приехал. Дим, я за тобой. Я понял. Есть, короче, я вывернул. Все, вывернул. Витя, пересаживайся в этого, в свой маленький. Маленький? Да. А где мой маленький? С манипулятором, который, но... Маха, слей мне солярочки, у тебя есть? Не, а как я тебе солью? Подсосать. Солярка-то есть, как тебе солью? Так, что, я разворачиваюсь, типа, да? Да, ты сейчас крутись тогда, что. Паша, а ты своего там этого Витиного Урала прячь куда-нибудь в кусты. А Витя, что...
отъехал? Ну, проехал немножко я. Я на своем. Он этот, который... У тебя который, видишь, шаланды стоит, он, короче, мой он... в твоем стоит. Да, ты знаю, пока да. Не пересаживайся. Не-не-не, я надо... Мне надо, чтобы он это отогнал его. Витя сейчас развернется, прицепит его и вытащит из тебя. Ну да. Блин, я пересел. Зря. Ты пересядь пока, подожди, сейчас он развернется. Да, поворот-то гадский вообще. Ух, Витя там тоже экстремально что-то через эту горушку там гоняет. Так, все, сейчас я пересаживаюсь. Ай, блин! Что такое? Я пересел, у меня шаланда сортиментовоз отвалился. А прицепится? Вряд ли. Ну, он лежит на земле. Дела, короче. О, кто там куда поехал? Да, бам, в меня. Что? Кто в меня там воткнулся? Скинули бревна. Все, вообще. Пипец. И меня спихнули куда-то, тут я уже улетел. У меня и сортиментовоз перевернулся. Трындец. Блин, вообще беда, короче. Витя, пересядь, я проеду сюда с прицепом. Вверх поднимусь. О, что, хватит? Где тут этот? О, ребята, а я не доеду своим ходом, походу, до этого. Чего? До лесоповала. А у меня, короче, 65 литров осталось. А он там далеко вообще, нет? Ну, еще ехать и ехать. Ну, у меня тут, в принципе, этот недалеко. Давайте Раз. Я пригоню цистерну. Дайте я проеду, Витя. У Вити, давай, вот пригоняй. Здесь на горе стоит цистерна. А она ну, полная? Все тогда. Витя, я полная цистерна? Да, за тебя стою, Дим. Давай я сейчас из цистерны твоей вылезу. Подожди, давай. Сейчас туда... Чё, вы там сначала поднимитесь нормально в поворот, да. Сами вот, там вот, идите, вот, потом вот. Уже будем это... Я поднимаюсь, подождите, дайте я проеду. Это кто тут с этим? Я тут стоит? Появился. Блин. Я за кого? За Витю, что ли, зацепился? Думал, за елку. Нет, это Витя было. А я смотрю, точка тут где-то нарисовалась. Думаю, дай-ка цепануть, не могу залезть никак. Я подожди, я поднимаюсь потихоньку. Я что такая ты маленькая, надо... я точка, я вовсе не медведь. Ты давай тогда в эту цистерну прыгай. Нам дрова бы еще где-нибудь подобрать бы. Ёкарный бабай, как тут проехать вообще? Паша лезет тут тоже вроде. Все, Паша, встал. Я кощуню тут вообще по-черному. Чувствую, не судьба. Блин, камера, зараза, где машина? Чего не судьба? Все, я прошел поворот. Все, прошел. Все, я ползу. Блин, я сортиментовоз. Что-то у меня лагануло вообще. Вот у меня ой, тоже. Я за свой грузовик зацепился. Пипец, у меня все, игра встала. А не, вот отпустила, слава богу. Ну, я думал уже все, конец. У меня стоит пока все на месте. Не, у меня двинуло нормально. Пошло. Сорвало, но. Сейчас я тут, где есть-то? Кто-то тут стоит, а то это Витя стоит. Давай, Кразон, лезь в гору. Не паха, его надо периодически выходить, подталкивать. Да вот я уж тоже пришел к этому мнению, что его надо подталкивать. Надо смотреть прописку колес, я так думаю, это дело в колесах, по проходимости. Надо пробовать на колесах смотреть. Это, прописки. Колян, это дело в разработчиках. Не в прописке колес. Там было все по-человечески сделано, все по-человечески прописано. Они взяли все, перекорнали, все сделали по-уродски. Теперь машины вообще не едут, ни в какую не хотят. Ну да. Чем шире колесо, по идее, она должна переть лучше.
Но она наоборот хуже. У нее, то есть у нее сопротивление больше поднимается, чем, то есть у узкого. И все, она не едет такую. Что, все поднялись все? Нет, еще. Витя, где там? Я с арки ментовоз перевернул. Так, а ты там? Кто-то стоит, Паша, что стоим? А, это когда? Я все, я уже к реке подъезжаю. Нет, к озеру. Тут озерко. Ох, нифига тут. О, слушай, классное место, мне нравится. Остановимся на шашлыке? Но. Все отличненько, я иду, парни. Ох, здесь кувыркнуть можно вообще, ребят. Без проблем. Опять что ли спуск? Да тут похлеще, чем даже спуск. Так, как бы тут в колюто, в какую упасть поувереннее, чтобы ехать во внутреннюю. Все, сел у меня кразон. Сел? Да. А цепануться не за что? С лебедкой даже не едет. Да ладно. Ну я сзади иду, если что, сейчас попробую назад тебя. Так, чей тут роспуск-то? А это, Колян, давай пересаживайся, я здесь. Тут это река. Ага, так, где он, 260. А тут глубоко, Паша? Глубоко, ну так, не очень. А, я сейчас объеду. А чей у меня стой. 350 литров, я не понял. Топливная цистерна 0 литров. А я гоню. А ты ее заливал? О, пошел. Я на заправку ездил. Ну ладно, бог с ним. О, залил. Ну я залил, но это не с цистерны. Блин, опять. По-моему, из чего-то другого. Из канистр, который сверху. О, опять пошел. О, ёпта. Вот это да. Паша, смотри. Ах ты. Ты там поднял свой? Вот хитер. Короче, парни. Еще мне надо. Я нашел тут где скощунить. Там где Паша застрял, я... Прям срезал через лужу аккуратненько по краю. Я-то по-честному играю. Все мы тут честные. Все, а что, если тут так сделано, почему бы и нет? Хоть я везде умудряюсь найти хотя бы хоть что-то. Давай на лебедку сажайся, наверное, что, да? Да, на лебедочке ползу. Ну я с шаланды здесь фиг поднимусь так. Ну я сейчас попробую тебя сзади подпихать. Да он и так диман идет, в принципе. Ну если мало ли вдруг. Так, я тут разворачиваюсь. Не знаю, мне кажется, сорти ментовоз я не зацеплю ни болта. Ну да. О, я встрял. Прикинь, ты с шаландой прешь, я с прицепом не могу подняться, обалдеть. Прицеп, да конечно. Я на лебедке еду. А. Я тоже уже все перецепился. Ух. Так, подальше цепляем. Ой, я в шаланду заехал. Зацепился? Нет, вот просто в нее заехал. Так.